Привет, друзья! Наступает время летних каникул. Летние каникулы на этот раз ожидаются без турниров вживую. То есть все у нас сместилось в интернет. И я предлагаю, ну, турниры в нормальные, обычные, привычные шахматы непременно возобновятся. И поэтому я предлагаю расширить, дополнить, углубить свои знания в дебютных вариантах под моим руководством. И за это лето изучить, ну, либо новые для кого-то дебюты, либо новые варианты. Цель моих тренингов – дать основательную теоретическую подготовку, практические навыки. Как вы знаете, существуют разные методы изучения дебютной теории. Для кого-то достаточно получить волшебный файлик от тренера, кто-то тратит месяцы на изучение учебников, партии ведущих шахматистов, и потом ждут, когда же можно будет применить знания турнирной практики. Мы делаем несколько иначе. То есть теория, то есть как обычно, в Zoom с записью всех занятий. Теоретические материалы, не только ссылка на видео, на запись видео, но и файлики в форматах CBV и PSHN. И, конечно же, турниры на Личесе в режиме в формате арены. Почему в формате арены, а не швейцарки? Потому что швейцарки 7 плюс 2, 6 туров – это какая-то ерунда. И, опять же, надо ждать всех, даже если вы поймали в ловушку, и ваша партия завершилась на 10-м ходу. Здесь вам очень быстро найдут противника. Вы будете играть и за белых, и за черных выбранные варианты, то есть прочувствуете основные планы и основные риски, поймете и за ту, и за другую сторону, то есть для вас не будет неожиданностей в дальнейшем. То есть самые первые турниры в каждом тренинге мы играем без обсчета рейтинга даже. А вот потом, после уже разбора партий, все следующие идут уже с обсчетом. Потому что вы не только получили теоретическую базу, получаете, но уже и кое-какая практика у вас будет и работа над ошибками. Цена у меня осталась та же, 1500. Дополнительную персональную консультацию по теме тренинга можно взять вдвое дешевле, чем обычное мое занятие, то есть за 1000 рублей. И есть несколько у нас особенностей именно вот этих летних тренингов. Ну, во-первых, по сравнению с предыдущими, то есть с предыдущим циклом, по защите каракана французской у меня проходили предыдущие циклы, одновременно сейчас будет проходить только один тренинг. Для того, чтобы вы не думали, какую же тему выбрать или как же найти столько времени на изучение. То есть мы обсудили это с техническим директором, пришли к выводу, что все-таки лучше именно в таком формате действовать. Далее, на первое знакомство с теорией и ответы на вопросы времени мы выделили вдвое больше. То есть не 2 часа, а 4 часа. И связано это опять же с тем, что мы проводим именно один тренинг в данный промежуток времени. Далее. Количество турниров у меня было 4 и соответственно 4 разбора. Сейчас мы увеличили, немножко сместив день. Мы плотнее задействуем выходные, субботы, воскресенья. И у нас будет 5 тематических турниров с контролем 7 плюс 2 в режиме арены. Первый, как обычно, без обсчета рейтинга, все остальные с обсчетом. Ну и, соответственно, 5 разборов партий по 2 часа. В случае необходимости, в воскресенье, вот когда у нас индивидуальные занятия, если что-то вдруг мы не успеем сделать, в чем я сильно сомневаюсь, мы всегда сможем назначить как там полчаса-час дополнительного занятия. Если вдруг реально что-то важное не успеем. Ну и давайте ознакомимся с темами. Для того, чтобы понять, почему у нас
первой темой защита Каракан. Ну, сейчас вам объясню это. Был опрос. И в этом опросе мы видим, что защита Каракан, а именно вот, вариант Немцовича, получил 17 голосов. Как вы видите, 17, больше, чем все остальные. Плюс вариант Бронштейна, мы видим 6 голосов. Сейчас я вам объясню, что это значит. Это значит, что в этой вот позиции на диаграмме, после вариант, который после конь бьет f6, EF набрал 17 голосов, а после конь бьет f6, GF 6 голосов. Я подумал и пришел к выводу, что нам надо наигрывать вот эту позицию. То есть, во-первых, тут можно и вообще уйти конем на c3, на g5, на g3. Вот. Во-вторых, те, кто решит сыграть конь f6 черными, сможет выбрать, играть ему gf или ef. Теорию я дам, основные линии расскажу. Времени хватит. Следующее, как вы видели, ну или давайте я вам еще раз покажу. Следующими мы видим, наиболее популярными темами являются темы в староиндийской защите. Земиша, Авербаха, Петросяна, четырех пешек. Вот. И поэтому, раз подавляющее большинство заинтересовало староиндийская защита, поэтому все остальные темы у нас — это темы староиндийской защиты. Вот вы видите расписание тренингов с 29 по 7. Первый — защита Немцовича. Мы закончим на этом тренинге по... Ой, не защита Немцовича, а вариант Немцовича Бронштейна в защите Каракан. И дальше у нас пойдет староиндийская защита. Вы можете сказать, что упущена система с фианкетированием белопольного слона белых, g3 слон g2. Да, ну, может быть, в сентябре, если реально пойдет, то в сентябре. И можете сказать, что упущен разменный вариант. Реально упущен разменный вариант, но информацию для тех, кто будет, ну, участвовать в тренингах, где может встретиться позиция разменного варианта, вот в частности, скажем, вариант Глигорича или классическая система с короткой рокировкой, для них, конечно, про разменный вариант, в общем, я все расскажу. То есть участники тренинга, которые играют белыми, будут играть именно нужную линию, но если случайно с ними кто-то сыграет разменный вариант, они будут к этому готовы. Ну и вот перед вами расписание первого тренинга, на который я рекомендую прийти всем, кто играет защиту Каракан, кто хочет играть защиту Каракан, научиться. Одна из наиболее популярных сейчас линий. Ранее самой популярной линией был, конечно же, классический вариант. Один момент, сейчас я вам покажу. То есть самым популярным считается ход все-таки слон f5. Но сейчас практически все, включая Фируджу, Артемьева, замечен и Карлсон в употреблении этого варианта. Практически все сильные шахматисты начали играть по Немцовичу. Именно EF, кстати. Но мы с вами изучим и EF, и GF. Ну и вот мы видим, что после первых двух лекций и ответа на вопросы дальше пойдет уже жестко турнир, разбор партий. Будем чередовать. Плюс индивидуальные консультации 7 числа, это воскресенье. Пожалуй, на этом
анонс летних тренингов, и в частности тренинга номер один можно считать законченным. Рекомендую всем желающим поучаствовать написать мне, вот, подо мной есть адрес почты. Ну и, в общем, на этом, пожалуй, все. До свидания.